Это проект обратной связи «Реальный вопрос», где мы освещаем обращения наших телезрителей и подписчиков на актуальные и волнующие темы. В центре внимания подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Революционная и Свердлова. Это довольно оживленное место. Рядом торговые центры, детская поликлиника, но сюда бывает даже страшно спускаться. Разбитые ступени, обшарпанные стены, грязь, мусор и слабое освещение. Так описывают подземку пешеходы. Это видео нашей подписчицы. Кадры говорят сами за себя. И многие вынуждены здесь ходить каждый день. Скажите, пожалуйста, вы часто пользуетесь этим пешеходным переходом? Ну да, часто. Как вам его состояние? Ужасно, просто отвратительно. А что не нравится больше всего? Ну вот ступени сломаны, и там вот сейчас краска воняет, через буквально неделю там все опять будет изрисовано. Ну, иногда мусорки забиты. Было хуже, но могло быть и лучше. А сейчас что изменилось? Ну, я смотрю, побелели стены, потолки. А обычно как было? А обычно было разрисовано все, мусор валялся. Но сейчас мы видим, что здесь достаточно чисто, мусор убрали и чувствуется запах свежей краски. Все потому, что в подземном переходе регулярно проводится уборка. Но через некоторое время картина повторяется. Согласно нашему графику, муниципальному контракту находится у нас в объемах. Убираем мы его, периодичность уборки у нас идет раз в сутки. Покраска стен у нас происходит раз в неделю. У нас уборка самих полов производится днем, ночью у нас производится уборка урн и лестничных маршей. Сейчас переход в предаварийном состоянии. Сыпется штукатурка, в межсезонье протекают потолки. Все это делает тоннель небезопасным для эксплуатации. А как вам его состояние? Ужасно. Что не нравится больше всего? Ступеньки, особенно зимой. Потому что идешь с ребенком, он падает, он недавно чуть не поскользнулся, чуть не упал. Если бы за руку не держала, спину бы точно сломали, и старикам неудобно ходить. Но безопасности нет никакой, то есть все обсыпается, страшно ходить. Ужасное состояние, это 50 лет не ремонтировали, ну что это такое? Конечно, давно пора уже сделать. В осенний период и весной, когда снег тает, вот стоит вода, пройти невозможно. А по уборке как? По уборке хорошо. Ужасное почему? Все время грязь. Когда весна, бросают поддоны, они плавают, пройти невозможно. Вот это вот счастье, что делают, вот это вот. Угу. Потому что я часто хожу здесь. У пешеходов появился альтернативный вариант – наземный переход. Зебру обустроили на данном участке не так давно, и ей уже активно пользуются. Наземный пешеходный переход сделали с целью того, что сейчас в данный момент готовятся документы на экспертизу этого подземного пешеходного перехода в связи с тем, что либо он становится аварийным, экспертиза делает заключение, либо выделяются деньги на его ремонт. Заключение экспертизы будет получено в текущем году. Тогда определится дальнейшая судьба подземного перехода. Законсервировать и оставить только зебру, либо отремонтировать. У вас есть реальный вопрос? Пишите в обратную связь на сайте tvtolyatti24.ru, в наши группы в социальных сетях и телеграм-канал. Ваши обращения могут стать темами для сюжетов на телеканале Тольятти 24.